Мы вас приветствуем, маэстро Гергиев в Люксембурге. Мы сегодня практически завершаем европейское звучание Прокофьева. Год Прокофьева у нас в России, но за рубежом везде марафоны идут со страшной силой. Маэстро делает потрясающие вещи. Вот после марафонов здесь у нас вот такие фонари появляются. Это в райдере. Маэстро, как ощущение у вас от... Да. Столик. Столик. Столик, да. На месте пианиста. Как у вас ощущение от года Прокофьева, который завершается? Прекрасно. Мы с тобой сыграли десятки прокофьевских концертов. Да. И я очень счастлив в этой связи. Вот. Но тут в Люксембурге, конечно, и второй концерт, и вторая симфония – это доза серьезная. Для любой страны Европы, вот, я думаю, что... Тем не менее, мы идем по следам Сергея Сергеевича, потому что он играл и сочинял много очень здесь, неподалеку. Так что здорово, что сегодня так много людей слушали. Такой зал потрясающий. Я думаю, эти два произведения не часто встречались в одной программе. Да. Вторая симфония и второй фортепианный концерт Прокофьев. Точно. Хорошая программа. Замечательно. Всем успехов. Всем большой привет.